Здравствуйте, любители пошаговых стратегий! Это продолжение моей партии за Голландию в Sid Meier's Civilization 6. Вы слышите Алексея Халецкого, и я вас прошу перейти к первой серии этого сериала, если вы смотрите не с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. It is arguable whether the human race have been gained by the mind. Того убил, да, другого подсадил. Александр, как с тобой играть дальше? Твари. Расстрелять. Тебя надо расстрелять. Сразу. Мне уголь нужен. Мне нужен уголь. Просто, блядь, спецназ какой-то работает прям. Все слышали, да? Сюда лучше даже не совываться. Прям расстреливает сразу. Окей. Человека два. Два шпиона за один ход. Бинго просто. Ой, блин, ну... Управление... Перс, глянь, пожалуйста, там предложение. Сделаешь для другого дела. До 13 жителей 9 ходов. Ладно, еще терцию. Фига себе. Армия варваров прется к Маастрихту. What I like about cities is that everything is king size. The beauty and the ugliness. Так, пока не меняю. Пока дальше иду тут.
Сандра, ну это уже ни в какие ворота не лезет. Что там? Это опять у меня... Промышленная... Тебе один маленький. А это новая эра. Какого хрена 3 твоих шпиона делают у меня в городах? А кому мне еще сажать? А почему ко мне? Вот почему а я? Кому? Ну, к друзьям справа, тогда. Слева, снизу. Почему я? Ты ж самый лучший друг. Лучший друг. Ну... As soon as you trust yourself. Удалось похитить деньги все-таки, качечка. Может, с прокачкой. Все, ухожу. Ты вон лучше этих. У шотландца губернаторов поубирай. Думаешь? Вот я думаю, качечка не стоит. Че я их для защиты качаю? Может, как начнут деньги тырить просто. Если все будут тырить, у него деньги получат. Я посажу. Давайте в Калин. Хотя тут я слежу, собственно, за тем, что происходит. Поляк, посмотри, сколько у тебя осталось до союза, пожалуйста. С шотландцем. Просто цифру мне скажи. Поляк, ты тут? Тебя не слышно. Поляк, ты тут? Блин, капец, у меня эти новости об обстреле и уроне, блин, весь экран открываю.
Так они у него отваливаться сейчас будут. Правда. The human race is a monotonous. Поляк. Кто? Ну блин, я тебя уже третий ход пытаюсь дозваться. Ты тут? Ты слушаешь? Да тут. Скажи, когда у тебя заканчивается союз с Шотландией? Качечку, посмотри сделку. Смотрю. Это за прикол такой, синие тучи летают. Да. Я пока не нашел, где это смотреть. Ну, союз открой, вот союз с ним открой. Ну. Прекрасно. Вот текущий союз, уровень, и внизу истекает через... Качка, вот, там, где уровень написан, видишь? Уровень союза не есть, тот очки принял. Союза есть, а истекает нет. 8 ходов нам еще в союзе быть. Кстати, у испанца должно быть очень классный старт. Он, видите, на двух континентах. У него караваны внутренние классные. Или торговые куда-нибудь. Почему так вышло? Неудачно у него. Караваны. Или убрали этот бонус у Испании? Бонус есть, но заметь, перс. Караванов сейчас намного меньше стало. Перс, а у тебя дружба заметил. Когда с Шотландией заканчивается? 4... Нет, дружба с Шотландией. Может, как ты мне поможешь флотом? Сейчас этот бонус не так сильно влияет, потому что вырезали количество караванов. И насколько их быстро можно получить. Да, нормально там получается. Ну, флот громко сказано, но тем, что есть, могу помочь. Флот громко сказал, ну согласен, даже. А может мы обманываем, да? И там сейчас придет Арман, так. Блин, это горцы, а я думал танки. Тут значок у них похожий. Кстати, это видео вышло при поддержке космической глобальной браузерной стратегии consolewar.ru. Обязательно загляните на этот сайт, а после регистрации введите кодовое словосочетание «Лёша Рептилоид». Получите пригоршню бонусов. К тому же, буквально со дня на день в игре появятся глобальные новшества. consolewar.ru. Как ты сейчас? Гордый город Пуэль-Мапу восстал против тирании шотландских англосаксов. Кстати, потихонечку переехала арта уже под Польшу. Там потихонечку готовится.
Ну, у меня только сейчас ход перешел. Беспорядки это партизаны или это понижение? Это красные друзья. Да, ну вот, собственно, пример, почему сложновато тут теперь захватывать. Пуэль мапу обратно восстает. Я понимаю, что и мамюль мапу тоже скоро восстанет. Три хода. Через три хода. А так он останется независимым или он перейдет через сколько-то ходов опять к этому мапу? Мапу через 12 ко мне должен вернуться. Прикольно. Знаете, что Арчи может сделать, и он почему-то не делает? Он может через территорию поляка на меня напасть, на ту же Гаагу. Просто пограбить мне все. Но он почему-то юниты концентрирует. Договариваться с ним о мире нету смысла. Он с Мапуче воюет. Может, мы лучше пограбим что-нибудь. Он просто сконцентрирует армию, потом на нас нападет. Мы то же самое можем и в войне делать. Науки. Сколько стоит электростанция? 106. Надо будет следующим ходом купить. А морской порт сколько стоит? Как же медленно качается союза. Больше крона? Так там фиксировано. По одному только? Да. Блин, облом. Чё ты ко мне ни один не кинул, Кри? Ай-яй-яй. А зачем мне вам кидать? Денежку. Ни один и караван есть. Не кинул ко мне. Союз бы прокачал. Польша в темном веке. Сейчас в обычном. В темном сейчас только Шотландия. Смотри, а Калиш-то потихонечку просаживается без губер. Ну так я об этом говорил еще, когда за отходкой его поставил. Можно было бы его, конечно, сейчас немножко это. Thank you.
выстрел, что ли, его уничтожает? Пиздец. Получается, с вот этим зданием на веру. Интересная штука. Можно накопив веру идеи. Я могу купить 20, говоря так. Апнуть. Ну, купить их кнайтов и апнуть. Может, рыцарей, да, танки там по 5 сотен. Или что-то близкое к этому. 5 сотен ап. Нет, нет, вера 5 сотен за танк. Да, рыцарь 180. То есть получается купить кнайтов и их апнуть за бабки. Такое себе. Не, веров намного сильнее было, стало, чем было. Да, согласен. Наверное, до конца желательно. Никто не вылетает, все, игра будет отлично. Чё переносить? Просто спать, ах. Сам для лохов. Лабых. Times to get out. Chemists do not usually stutter. О, Димка. Где ты построил эту великолепную вещь? Не буду говорить. Сколько там голды? Немного. Знаешь, плюс 2. Просто с одного выстрела арты сносятся.
есть Арчи захватил оба города Мапуче и все их потерял. Он их сейчас перезахватит, и у них, по идее, не должно быть оккупации. Ну, это все равно как бы лишнее телодвижение уже, как минимум. Ну, да. Уже не так весело, как раньше. Раньше вообще классно было. Арчи, а тебе вот этот унтемап нужен вообще? Ну, да, наверное. А что там, вот, коммерческий район, научный, все, нормально. Ну, они просто со мной соседят. Так, мне надо артефакт добыть. Ну, и? Близко. Думал, ты мне его оставишь. За какие заслуги? Ну, что тебе дать? За этот славный город. У меня что, на территории нету? Ну, нападай на пекун мапу и отдашь мне его, чтобы побыстрее это все произошло. Я-то тебе тут уже все сломал. Потом обменяемся. Дай... У меня еще союз просто. Ты не можешь с ним в союзе, потому что мы с тобой были военным. Ты ему объявил войну. Я с ним в союзе. Все равно? Да, все равно, и нет повода для войны. И сколько ходов тебе еще? Недолго. Сейчас посмотрим. Неужели? Динг, ты реально этого хочешь? В смысле, воевать я ты зачем тут армию возле меня держишь? Ты хочешь сказать, что вот эти вот крылатые гусары — это армия? Не, ну танк армия, это армия. Ну один танк стоит. Не, ну тут еще вон видишь сколько всяких. Там строительная бригада. Ты хочешь сказать, что это тебе сильно помешает? Ну на самом деле нет, но на три фронта не хочется воевать. Нет, я как-то просто в защите стоит. У меня с тобой союз, очень хорошие караваны. Димка, до конца игры. Ну, если ты, конечно, улетать там не будешь. Хороший. Польша, да, улетит. Польша может в космос. Нет. Это нет. Ни в каких обстоятельствах. Если очень захотеть, можно Польше да. улететь. Просто с одного выстрела арта все мои корабли уничтожают. Preparing for war. Мне на самом деле тут самолеты нужны по-хорошему. Он будет просто арту издалека фигачить по моему городу, а потом захватывать. Ну или убивать. То есть мне самолеты нужны в любом случае. То есть танки мне тут нафиг не нужны. Мне нужны именно самолеты. Димка опять? Да. Окленд. Ну, задание. Хотя, нет, на самом деле, не то чтобы много с него толку было.
О, где они там ПВО? Блин, надо убирать отсюда пушку. Так, слушайте. А, ну там арта это же. Надо Виктора повышать. Посадим в утрак, чтобы Виктора отсюда не смогли убрать. Штландец вполне может до Виктора убрать. Колонна транспорта. Для отвлечения соседней клетки дает одно дополнительное очко передвижения при начале движения с соседней клетки. Грей, я тебя сразу предупреждаю, тут один флот уже как бы награбился. Если тебе это надо, можешь плыть. Нет, там у меня были одиночные юниты, а у него армады, так что я думаю... Арманды умирают точно так же. Нет, сорты, кстати, я просто в одной игре также убивал эти линкоры. Корпус сдохнет с залпа, а армада с двух. Ну тогда ты можешь просто вот тут на моей территории стоять и его юниты коцать, когда он на меня пойдет. Да, без проблем. А кто куда идет? Я никуда не иду. Видишь, я даже мир предлагаю заключить. Я думаю, что ты через поляка с тобой шотландец продолжил союз. Но он еще не закончился. Ну там можно продолжить его еще не до его окончания. Я просто думаю, что он на тебя пойдет сейчас. Не пойду я на поляка. Если он пойдет на Польшу, ему все карты может, сможет войну объявить за алерт. Дайте ему сначала с индейцем разобраться. Вот, Сандру, а куда ты? Ты в компьютер, да? В самолеты, а в самолетное. Я в технологии разработки, да, современного, да, сна. Вон ты бомбардировщик устроил. Кого ты будешь бомбардировать? Стрелители, бобры. Фу. Thank you.
Зараза, один ход оставал. Да, я подрубил лесок. Думал не рубить. Все-таки подрубил. И, да, неплохо вышло. Сколько у тебя денег было бы? 5000. Ну, у тебя было 5000 так? Вход? Нет, конечно. Нет, не вход. Ну сколько ты накопил? 5? 5. А, ну ладно. 5000 вход у меня. Арчи, то есть ты решил убивать мою юниту? Мы продолжаем, я так понимаю? Я тебе на прошлом ходу кидал заключительный ответ. А я тебе кинул ответный. Другое предложение. А, ну я не заметил. Я дострою по этой команде уже. Они не помешают. Я в обычную эру попаду. Вся игра в обычной эре. Скукота. Скачечкой и Дарвилом. Нет, с Дарвилом еще один ход, а скачечкой закончилась. Косечка, посмотри. Сейчас глянем. Я закинул другое предложение на 500 голды. Не тебе, а Лёш. Уже развесил сопли, темный выйдет. Темный лучше, чем обычный. Ну, я знаю, я хотел, чтобы темный, ну, типа, радостный такой. Думал, выхожу.
А тут мне дали... За что мне дали? За самолет. За биплан. Да, эта клетка не обрабатывается городом, но зато дают дополнительные еды. Слушайте, мы вообще ничего не банили? Ничего, Венецианку строит. Че, я Венецианку до сих пор не построил? Да. Нет, больше вопрос, почему не построил морские нации? Ладно, у меня один город на войне. Ну, я проебал эти. А кто морские нации? У нас морская нация, по-моему, только Испания тут. Ну, Испания, Китай. Китай намного больше, чем один город. Два. Намного больше, чем один, это в два. В два раза. В два. Да и Арчи мог построить. И может до сих пор учит. А, нет, там янтарь. Провал года. Еще продолжим, как бы. Ты думаешь, на этом все? Не сомневаюсь. Не сомневаюсь. У меня как раз 8 ходов закончится. Шотландцы. Ой, смапучи. Я как раз 8 ходов подготовился.
can walk away from a landing. Или точки даются за выполнение. Узнаем завтра. Все, сейв. Да, я сейвлюсь. Не, смотрю, Леша быстро ходит, прям shift-enter нажал. Все, я... Ну, у тебя... А, это не ты, это Димка. Димка. Нет, вроде. Я сохраняю. Все, хорошо. Всем спокойно. Спокойно. Все, завтра. Образование, то можно много юнитов накупить. Ну, я и говорю, то есть ты либо играешь также через 4 города, но вместо универов там и прочего просто покупаешь, ну, настоящую армаду юнитов и идешь там, воюешь. Так, либо, продолжаем. Соответственно, берешь образование тогда, что ты и лабы Артю. Купишь, вообще все купишь, у тебя столько веры, что делать некуда. Ну, только я бы сказал, надо 6 городов, а не 4. Не, ну ты вначале через 4 играешь. Я потом 2 поставил, да. И сразу купил там все. Ну, перевел губернатора, срубил леса и сразу все купил, короче. Прям буквально за 5 ходов город с 3 районами и полностью отстроенными зданиями в 2 из них, культурным и научным. Если у тебя будет хоровая музыка, тебе не надо культурные здания строить. Не, ну можно и так попробовать. Но я же говорю, что тогда тебе надо как бы это... Ну тебя расселяться самому бессмысленно. Что тебе делать с VR? У тебя и будет столько, что... Только воевать, да. И зачем? Так же ставишь 4 города, остальное уже не сам ставишь, просто забираешь. Все, что нравится. Так, кто у нас там космопорт строил? Кому же платно? Поляк. Да. Да, поляк. Так, ну с поляком это там сами. Поляк. Ну вот, шотландец обещал на меня напасть. Ну ни хрена ты, мажор там. 430 стоит арта. Но это будет большая. Отправь шпионов к нему, мы сейчас эту оставшуюся штуку сопрем за 4 хода и пусть он там с артой живет. Потому кто, что... Кто? Ты он сразу кто? Купил 2 артиллерии. Объявит. Но... Сандер, посмотри предложение. Конечно. Слушай, даже если он захватит город, он его, он его не удержать не может из-за лояльности. Армия у меня какая-то есть против... Ну, кто строит космопорт, того бить. Все. Все просто. Союзы все продлены у меня. Ну, пока что построил только один человек. А Польша даже не исследовала ракетостроение. У Магнуса тут прокатит, что на него все будут влиять. Как так? Да. Надо Магнуса прокачивать, но пока фабрика здесь не нужна, потому что и так все электростанция, фабрика, все это действует. Поэтому давайте аэродром. Национальный парк. Да, ради я не могу сделать. 3 биплана надо. Артефакт добыть. 2 аэродрома. Еще взлетную полосу. Это у нас военный инженер. Археолог.
Вот проблема вот с этими всеми территориями, что мне негде строить, откровенно. Так, тут жителей не хватает. Не строить аэродромы. Ну давайте я здесь инженера тогда построю. А здесь. Тут тоже надо аэродром, наверное, в Утрехте. А что-то происходит или что? Шифтантр. Димку ждем. У меня просто все походили уже. Не, на самом деле я еще хожу. А он не показывает сейчас. Да, почему-то, ход, почему-то написано, что еще. Так, ну теперь можно закончить. Сейчас надо Магнуса прокачивать. Сколько у нас там перемирия? The effect of the mass media is not to elicit belief, but to maintain the apparatus. Искуситель, но мне тут нечего менять. Удовольство. А, ну скидка на улучшение юнитов уже не надо. 10 секунд задержка. Так, здесь аэродром построен. Блин, что-то медленно. Строятся бипланы. Нафиг мне три биплана надо. В любом случае. Ого, какие глюки. Видео. Стоит ли здесь тоже аэродром делать? Наверное, стоит. Вот эту заберу. Так, взлетную полосу. Ну, а где-то подъехали к границе. Где-то сзади придется вот тут делать. Димка что-то не разговаривает, выключил микрофон. Едет танками. И молча делает свою грязную работу. Как так-то? Союз назовем. Так, что-то у меня прокачивает. Просто не просто... Молча едет танками. Полоса. Тут, вот, во-первых, ну, тут взлетную полосу. Дадим там армия там. А поэтому. Здесь на другом континенте прямо. А, это уже сделано. Тогда просто взлетную полосу надо. Ощущение, что клавиатура почему-то не работает. Нет, Alt-Tab работает. Горячие клавиши здесь не работают.
Так, ну археолога я куплю, но дело в том, что я еще в прошлый раз не смог найти, где вообще копать хоть что-то. Строительские гранты запущу. Так, здесь надо починить внешнее укрепление. С варварами разбираться. Почему? Не один ход оставалось там деньги своровать. Прокачка. Ну, это важно, да? Конечно. Шпион новенький, я боюсь, он засылает. Он уже насадили че. Компьютеров внезапно на ровном месте. О, прикольно. У меня впервые сработал научный союз, ускорилась теха, которую я сам не ускорял. Прикольно. Это вот из-за научного союза. То есть у меня научный союз с кем? Неужели с Мапучи? Причем это у меня с Мапучи научный союз. Он там что-то открывает, как компьютер. Ну это читы пошли походу. Читер. Да. Читы. 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 А-та-та-та. Не, ну он же на князя играет, он не может там каких-то бонусов иметь. Да ладно, это все уже. Так, ставим пушечку пока. Так, что с археологом делать? Прикол, еще раз повторю. Нету ни одного исторического места у меня на территории. Давайте, конечно, мы внимательно посмотрим. Ну, по-моему, ни одного нету. Что тут у китайца с поляком? Слушайте, а можно как-то исторические места искать на карте, чтобы не всматриваться? Нет никакой функции. В туризме нету? Что нету? В туризме? Нет, нету. Семерка, по-моему. Туризм. Нету такого? Единственная мысль. Нет, нету. Ну, оно как бы и так иконкой, конечно, подсвечивается, но их еще искать же надо. Да. А туризм нет, не подсвечивает. Это хоть линза убирает значки юнитов с карты. Видишь? То есть она как-то упрощает это... поиск. Но все равно не до конца удобно. Надо в Гааге электростанцию купить, чтобы на Утрехт влияло. Хотя на самом деле тут везде надо. Раз, два, три, четыре, пять, чтобы все на Амстердам влияло. Так что давайте я здесь куплю фабрику.
Сейчас я Магнуса прокачаю, и он будет электронный, тем более, видите, мы ускорили коммунизм только что. Еще и задание Преслова выполнили. Блин, какие мы молодцы. Так. Идеологию открываем. Ну, я, пожалуй, дальше в коммунизм пойду все-таки. Так. Шесть ходов до коммунизма. Нормально. Здесь еще раз три биплана. Артефакт добыть. Буровую вышку не смогу построить. Взлетную полосу смогу. Две электростанции. Что-нибудь построено у меня две электростанции? Ну, одна точно построена. Надо будет сейчас в Утрехте, наверное. 6 ходов. Radio is the theater of the mind. Так, давайте немножко. Тут, ребят, сейчас я отойду, полечусь. Ну, с моря атаковать. Я не хочу заставить, что это будет стрелять. Вот встану, апну. И высажусь. Так, радио мы открыли. Надо союз с качечкой продлить. О, ну хоть алюминия у меня, правда, алюминий тут немного для чего нужен. Главное, чтобы нефть была для самолетов. Ну это компьютер, я с компьютером не буду никаких. Синтетические материалы ускорили. Это что? Да, два аэродрома, отлично. Здесь, где мы аэродромы закончили, надо еще бипланы. Раз биплан. Два биплан. Третий будет. Пять ходов до ускорения. В пасаргады бегал. Да, мне самый выгодный это пасаргады. Да, у меня вообще бегает 6 моих. Все в пасаргады. И один в Краков. А к моим городам все караваны перса ко мне бегают. Ну, то есть вот мы с персом в союзе. Просто в самом... Если поляк, в принципе, может меня предать... Персу это вообще не надо. Так, пускай пока тут стоит. Там взлетную полосу построить. Так, три биплана. Идеологии открываются. Еще аэропорт будет. Ну, надо... космопорт открывать тогда и его строить 5 ходов. Давайте глянем, кто уже его открыл и строит, кроме Кри. Да, вот он построил и исследовал ракетостроение. Больше никто, кстати, не исследовал космостроение. Ладно. Научная 289. Ну, у них они все... Это исследовательские проекты запускаются сейчас. И у меня есть шанс на то, что у них тут будет сейчас ядерная война, а мы с персом в стороне от нее. Ну или перс скинет на нее. Пусть вот именно в этом плане. Так что смотрим за развитием событий. Ну и опять же, несмотря на
угроза шотландца на меня напасть. Ему это нафиг надо. Надо еще по ресурсам пройтись, что мы там торгуем чем. Slowly, ideas lead to ideology, lead to policies that lead to actions. Война идеологии. Но это пока ничего не надо. У тебя военный союз с кем-то другим, видишь? А у нас был с тобой военный союз? Нет, значит, не с кем-то другим. Ну, я что-то не могу. Сейчас, подожди. Ну, а, вот, вот я зашло, тебе предложил. Да. Только что не кидало, странно. Ну, фига ладно. Себе, у тебя 16 тысяч денег. Ну я построил Колизей на 7,5. Кого 16 тысяч, извините? Я просто Китая. Что это? У Китая 16 тысяч. Ладно, сейчас потрачу. Себе. Так, ребята, я бы говорил. Арчи, куплю у тебя за 3 штуки этого своего шпиона. Ну да я в карты уже вышел на минус 2, не стоит. И у меня шпион сидит, если не заметил, Цяо Цзунь с прокачкой на минус 1 уровень. А как я могу это заменить? Ну, не знаю, я тебе говорю просто. Не надо. Ну, я так понимаю, что это все копится вот для апгрейда всей этой армии, да? Нет, я куплю 15 самолетов. Я думаю, там на самолеты хватит. Не, просто, вот смотрите, у 2339 мощь Китая, да? При том, что эти 2339, все это устаревшая армия. Это все устаревшие юниты. Ну, ничего страшного. То есть он их апнет, это какая сила вообще будет? Китайская армия, то китайские запчасти, чего? Дело в том, что у него там кораблей пачка стоит, и... Ну, да. Это тоже занимает очки какие-то. Не, кораблей у него мало. Ну, относительно мало. А то, что я вижу армии арбалетов, пикинеров, даже не пикинеров, а копейщиков, рыцарей и мушкетеров, вот этого тут дофига. Вот этого прям вот реально дофига. А корабли у него что, у него 4-5 корабля? Че, 8 лодок подводно. Или 6, что-то такое. Каких 6? Да, ты в курсе, что я всю твою армию вижу? Ну, посчитай. Раз, два, три, четыре. 4, 5 коперов и... И одна подлодка? Три подлодки. Где три? Вот, одна влево плывет, другая вправо. Там, проходы закрывать. Вот это подлодка. Ну окей, 5 коперов, 3 подлодки. Это, ну, это по сравнению с твоей наземной армией, это так. Не, может, типа, ты еще скажешь, что у бонус. Меня 8 бомбард в армиях, да? Почему? А что? В чем проблема, так сказать? Хватит, не сдавайся уж. Раз, два. Ну я 4 бомбарды в армии вижу. Там, а не, 5, 6. Городе. Там тоже много. Так. Арчи, так чего, мы махнемся городами? Как и договаривались. Ну, мы не договаривались. В прошлой серии было дело. Ты сказал, что у меня Я сказал, союз, что у меня союз. Это будет, вот он. Ты же видел, что он только что закончился? Или нет? Но мы же не пришли к какому-то конкретному договору. Я думаю, мы договорились. Тебе показалось.
Блин, а где у меня еще прокачка для губернатора? Мне надо Магнуса. О, только в глобализации, блин. Это фигово. Войсковую бригаду. Тут еще ничего менять не будем. Цель Филипп II. А, это потому что он, ты с ним другом был, а потом войну объявил. Молодец. Там 8400 предлагает. А, нет. Цель Арчи. Почему Филипп-то? Цель Филипп II, посмотри. Захватил город один. Ты не, захватил... Ему не пишут это именно. А, у меня наоборот пишут. У тебя понял. Другое, да. А нам вот кризисный союз, так как ты расплата за предательство называется. Бимирок вероломно объявляет войну своему давнему другу, да, и вообще всей карте конкретно. Сандра, а тебе же другая, да, пришла? Ну, я сейчас вижу, я пока не открывал, не читал. Нет. Нам всем дало возможность принять нападение на тебя. Вы знаете, мне кажется, что в сетевых играх надо какое-то сделать правило, что типа, ну, люди не обсуждают, будут они участвовать в этом или нет. Тогда это как-то интереснее будет. А то, знаешь, там договорились, ну, не участвуют, все отказались. Или все участвуют и... Ну, давай принять. Участвуем или не участвуем? Кто хочет себе кусочек Испании? Лично я участвую. Красавчик. Ты будешь участвовать, Арчи? Сейчас тут подтянутся желающие на халяву золотишко. Не, я пошутил. У нас Сандра другое. Сандра, скажи. У меня есть... Так, тарджет Филипп II. Да ладно. И есть еще... А, да, у меня две пришло сразу. Две, понял. Да, у меня есть одно и другое. Так, ну оставим его как для ракетной шахты. На всякий случай. А что там вообще? Что там у вас? Ну, он собирается на меня нападать. Не знаю зачем, чем я ему помешал. Сейчас подумаем, конечно. Ну, я пока ничего не принимаю, но... Нет, тут торговые пути дают плюс две промки. Может, это принять просто так, как там кто-то делал, я помню. Блин, еще тут пушка. Так, тут биплан завершен. Блин, еще раз разглядывай промышленный район, что ли? Проплыть. В общем, я даже спорить не хочу. Да, очень тяжело проплыть. Ну, если пытаешься проплыть, когда ты уже вышел в ВПЛ, и там уже все контролируется, конечно. Но мы же помним, что даже каперы не видны с соседним юнитом, да? Так как он капером плывет? Ну, надо атомную лодку апнуть. Да апнуть можно в море, в самом. Я же об этом и говорю. ГГшку надо найти любую, открыть сдерживание. Так, я так делал во многих играх, в огромном количестве. Это, знаешь, еще условие такое должно быть, чтобы ГГшка была по пути плавание, чтобы она, у нее были границы на мой, чтобы ее не захватили, ну, еще до того момента. Понятное дело.
ну, как бы, этот, все это стоит, ну, мелочи. То есть ты просто не сработало, хрен с ним, как бы, сработало, хорошо. Так. Постройте взлетную полосу, это надо инженерам, да? Да. Ну, сейчас в качестве ГГшки для моих каперов выступает Маастрихт. Круто. Пойдем сейчас с губернатором. Губернаторов Кри. Убирать. Ну, у нас с Грэем уже третий уровень союза и плюс 10%. Что-то маловато. Вообще плюс 6,5%, хотя там 10 написано. 10% культуры. Сандра, так что, ты не будешь помогать вписываться? 20% туризма. Ну, 20% есть, а... Долго думаешь, прости. Ну вот, мне пишут, что Арчи становится целью кризисного союза, и Бимирок становится целью кризисного союза, но плохо, что не пишут... То есть я не могу открыть и посмотреть, что это за союз, раз я в них не участвую. Это можно как-то глянуть? Грей создает национальный арсенал. Нельзя глянуть. Блин, это опасно. Это добро явно. У тебя где? Только один город, да? Тьма. Поставим. Так, война. Военные академии дают науку. Кстати, уточню, что сейчас очень неплохо свалиться в темные века, потому что там плюс 50% к строительству ядерных ракет. Пытаюсь, Лёша, пытаюсь. Я в прошлый раз проходил. Давайте скидку на улучшение юнит. Но в прошлом, по-моему, не было, да, еще к ядерам? Не, в прошлом не было. Что нам тут взять? Довольство, наверное. Столице надо. Строители могут использовать все оставшиеся у них заряды, чтобы добавить производство к проекту в районе. Можно принять один раз только. Так, национальный музей дает 4 шедевра, это нафиг надо. Давайте вот попробуем, чтобы рабочие могли. Так. Перебрасываем к Кри. Хорошо, умер. Варвар. Расщепление ядра надо исследовать. Окей. Щелковая бригада. Расщепление ядра. Сначала ракетостроение, потом
общевойсковая бригада. Артефакт еще не добыт. Где у нас тут? Кри, убери, пожалуйста, рыцаря с этих, с исторического места. А где это он? Между Канди и Карфагеном. Канди и Карфаген. Спасибо. Это именно для того, чтобы ускорить. У нас заварушка будет какая-то до ядра, или все будут ждать апокалипсис? Ну, я заварушку уже устроил. Нет, это высота. Ты красавчик. Здесь, думаете. Мы трус. Испанцы. Ну, я говорю, просто толку от этой всей армии, если сейчас до ядра все доживут, и просто потом в один клик это все умирать будет. Знаешь, только кто первый высунется, скорее всего, проиграет. Ну, судя по тому, что Кри апает армию, я думаю, сейчас он начнет на кого-нибудь нападать. Арчи с Польши в союзе, по-моему, против испанцев. Значит, объявив войну Арчи, он объявит войну Польши. А тебе он не может объявить войну? А я не записывался в эту фигню. Кто не записывался? Причем тут записывался, не записывался? Я не записывался в этот. Ну, он может и мне объявить войну, конечно. Я, говорит, не записывался. Ну, у меня тоже есть танки, но... Ничего у тебя нету. Вон, смотри, рыцарь стоит. Я, говорит, не записывался. Это же не то, что у меня нет даже что апать. Ну да, могу пикин потерять. Вот такое. Могу и не потерять. Но я помню, что вот Мадрид просил помощи у Кри. И они вступили вроде в защитный союз и что типа того. А Арчи вместе с Польшей пошли на Испанию город отбивать. Вот по той emergency. Ну, я так понимаю, если он будет нападать на кого-то, там они будут воевать. И, скорее всего, он апнулся, потому что видел, что поляк апнулся. Тут ну, сейчас увидим. Апнулся. В общем, радостно, что тут вот на этой стороне карты заварушка. А мы тут спокойно можем попробовать с персом улететь. А, Сандра уже заканчивает. Rocket science has been mythologized all out of proportion to its true difficulty. Каменоломня производство дает. Я выкинул вам обоим дружбу, ребят. Улучшенная авиация и улучшенная боль. Ну, авиация за бипланы, а баллистика... А, две электростанции. Окей. Так, ну время космопортов. Правда, это надо будет делать в Амстердаме. Там надо достроить сначала это вот третьего уровня королевское общество. Он завершен. Ага, я понял. Давай, я не знаю, как. Фак, блин, мне надо этого Магнуса прокачать. Как из этого быстрее выйти? Ну, мы можем на словах заключить тогда.
три аэропорта. Надо построить. Аэропорт это у нас после ангара следующая фигня, по-моему. Да. Это нужны ангары. Хорошо, договорились. А ты, Кри? Эти ангары я куплю, может, лучше. А что? Ну, на 20 ходов до 52 хода тогда больше примерно. Дружу. Ну, все. Фестивали проведем, чтобы быстрее морские вот культурные. С человеком, который уже космопорт построил. Ну, придется. Кому 20 ходов хватит. А придется зачем? Что произошло, что придется? Ученого поотказывались. Ну, я откажусь. Загляните на Console Wars, ссылка в описании к этому ролику. А на этом пока все. По задумке продолжение должно появиться завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы смотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.